Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия, и я Вика. Продолжаем вязать наш свитерочек. Просили показать на теле, как он выглядит. Вот, к сожалению, только так могу показать. Еще могу... Нет, не видно здесь, девчонки, простите. Вот сзади вроде бы как видно. Горловину хочу переделать, так что еще я... Про нее подумаю. Вот так вот он выглядит. Да, кстати, сзади тут виднее. Чуть-чуть светлее фотография. Ну, конечно, тут складка, я могла бы ее подтянуть. Но тут вы видите, что он облегает хорошо. Это я все по-быстрому, видите. Тут рукав поддернут, тут складка. Ну, в общем, Саша мой меня фотографировал. Ну, немножечко вам показала. Не знаю, мои хорошие. Постараюсь сфотографировать получше. В общем, так. А сейчас вяжем продолжение. Что, мои хорошие, покажу я вам свою детальку связанную. Пока я ее оставила. Пересняла на другие спицы и оставляю, откладываю в сторону. Потому что до сих пор не определилась длиной. Какую длину я хочу, бог его знает. Пока свяжу рукава, я подумаю. Разрезик. Вот просили девчонки показать разрезик. Вот он мой разрезик. Набираем с третьей петли, начинаем добавление делать. Вот так вот он выглядит, этот разрезик. Кто не увидел. То есть вот эта сторона ровная, это скошенная. Вперед скошенный. Вот он, разрезик и узор. Сейчас буду вязать рукав, еще раз покажу, там тоже был вопрос, подробнее узор. Да там подробнее нечего и показывать, уже насколько простой узор, что и показывать нечего. Теперь я вам покажу систему, как я вычисляю рукав. Вот я где спинка, складываю пополам и меряю свой рукавчик. Либо визуально, либо по футболочке. Я, допустим, знаю, как визуально я примерно. Вот длина мне нужна вот такая вот. Я уже измерила. Если мы, допустим, я так чуть-чуть нарисую свитерочек, так, хоть как-то. Просто, чтобы мы понимали, что длину рукава мы меряем не от плеча, как бы, от вершины плеча, а у нас-то реглан, он где-то заканчивается вот здесь вот. Поэтому длину рукава меряем так, отсюда примерно. Вот. Вот тут я измерила длину, то есть длина вот это мое расстояние, ширина. Вот я как сложила вдвое и меряю, сколько бы я видела свой рукав шириной. Вот такой вот примерно рукав. 16 сантиметров, 20 сантиметров для меня много. Обычно стандарт рукав 20 сантиметров. Ну, вы видите, у меня худая рука, и оно очень некрасиво смотрится. Поэтому я все-таки выберу эти 8, недостаточно вот так вот. И считаю петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13. 26 петель на одной половинке, и вторая половинка тоже 26 петель, соответственно, это у меня будет вот так. Рисуем рукавчик. Вот сейчас вот это наш рукав в разложенном виде, но мы будем его вязать в круговую, поэтому меряем мы половину всего. Далее, что я делаю еще? Я еще в конце как бы измеряю, сколько я хочу рукав. Это тоже мы можем определить по свитеру, либо по кофточке какой-то нашей, либо визуально сантиметром на себе, допустим. И считаем, сколько мы хотим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. То есть 80 петель у нас в итоге должно быть. Ой, 13 петель, Вика, 13 на 2, 26 петель. Девчонки, я вас прошу меня простить, 26 петель. То, что мы измерили, 8 сантиметров, это половина нашего рукава. В 8 сантиметрах у меня 26 петель. Вторая половина, соответственно, такая же, которая с изнаночной стороны. Еще нам нужно измерить ширину нашего рукава, который у нас будет
по итогу, вот, в моменте соединения реглана у меня это 12 сантиметров, и здесь вот 20, вернее 40 петель, с другой стороны тоже 40, то есть тут у меня 40 и тут у меня 40, всего 80 петель. Все, я вычислила 80 петель, разницу 80 минус, здесь у меня 52 петли, 80 минус 52 петли будет у меня сколько? 28 петель. То есть 28 петель мне нужно добавить. Ой, 28 петель. Добавлять я буду, соответственно, по 2 петли параллельно. Значит, мне нужно 14 убавлений. То есть всего 14 убавлений. Вот здесь вот. Их должно быть 14. Это в моем случае. Я вам рассказываю по своему примеру. Считаем, сколько у нас тут рядов. Именно сколько рядов в том расстоянии, которое нам нужно для длины рукава. Так, у меня здесь 110 рядов. Вот смотрите, как все прекрасно. 110 рядов. И у нас 14 убавлений, но 15 этих как бы пространств между убавлениями. Поэтому мы 110 делим на 15. И 110 на 15, это у нас будет где-то 7. Угу. 105. И 5 рядов у меня остается. Ну, это мелочи, значит... Добавлять мы будем в каждом седьмом ряду, благо, что у нас ряды круговые, поэтому добавлять мы будем в седьмом ряду. И в начале мы добавим вот эти плюс 5 в начале, то есть в начале у нас будет 12 рядов, вот тут вот 12 рядов. Далее мы делаем добавление, и уже в каждом седьмом ряду мы будем добавлять. Как добавлять, я скажу. Вернее, покажу. Вот тут я просто разобралась, вернее, попытались разобраться с вами, как вычислить вот этот рукав, который должен, который понравится именно нам, вернее, который именно мы хотим, не опираясь на описание, потому что может быть разные плотности вязания, нитки разные, руки разные, вот как в моем случае, кому-то надо шире, кому-то надо уже. Поэтому я вычисляю вот таким вот способом. Здесь я забыла написать, что у меня 12 сантиметров. Так, набрала 52 петли. Вот сейчас вот хочу показать еще раз узор, девчонки, кто спрашивал. Поэтому сегодня покажу еще подробнее узор. Подробнее уже некуда. Так, подождите, с чего мне? В круговую, поэтому разделяю на две половинки и буду вязать. Резинка, первый ряд, резинка 1 на 1. В первом ряду оно не видно. И кто начинающий, скажу вам так. Кто начинающий, вяжите, пожалуйста, без разрезиков, чтобы вы не путались в узоре. Узор состоит из одной петли, поэтому, чтобы у вас не была перекрученная изнаночная и лицевая, поэтому вяжите просто все в круговую. Никаких разрезиков, как первый мой свитер, вяжем и не заморачиваемся с узором и с вот этим сопоставлением и ни с чем. Так, сейчас я провяжу, довяжу и все вам покажу еще раз. И пока я, ну, в начале буду вязать эти мои 12 рядов, вот, которые я посчитала, тоже понятие относительное, поэтому все равно перемеряйте потом, когда вяжете рукавчик, перемеряйте, примеряйте по себе. Я люблю рукав, чтобы он был подлиннее, чтобы закрыл вот эту мою косточку. Вот это у меня комплекс детства, эти мои выглядывающие косточки. Что-то у меня руки росли быстрее, чем я всегда в детстве. И я помню, как любая вещь, которую мне мама покупала, буквально за месяц, за два у меня уже был короткий рукав и торчали эти косточки. Поэтому это ощущение состояния я ненавижу, торчащих косточек из свитера, из рукава. Вот когда рукав вот так вот, и вот эта кость моя торчит, и худые руки. Ну, в общем,
Не знаю, вот этот комплекс у меня остался, поэтому люблю рукав, чтобы был вот так вот. Вот правда, чтобы закрыл это все дело. Комплекс ли это, или просто мне так нравится. Ну, в общем, не знаю, не важно. Важно, что меряйте по себе, там разберетесь. Так, теперь, так, значит, за заднюю стенку вяжем. Подтягиваем вот так вот. Изнаночную вяжем обычно. Вот она наша изнаночная. Лицевую за заднюю стенку. Вот она. Сзади. Не вот эта передняя, а вот эта задняя. И за нее мы провязываем. Вот и все, весь узор. Все, я думаю, всем понятно. Сейчас я вяжу 12 рядов. И потом покажу, как мы будем добавлять. Так, провязала я 12 рядов. Теперь, девчонки, показываю еще раз воздушную петлю, так как я ее знаю. Вот сейчас вот лицевую изнаночную провяжу. И будем делать реглан. Первое. Два маркера. Вот, приготовила. Воздушная петля. Обычно накид мы делаем так. Но воздушную петлю я как бы цепляю за заднюю, опять же, стеночку и одеваю такую вот петелечку. Видите, тугую петельку, чтобы не было дырки потом при наборе. Теперь вяжу лицевую, изнаночную, лицевую. Ставлю маркер, можно два. Вот, в первую лицевую и во вторую лицевую. Сейчас поставлю два, в следующий раз вам покажу один. Вот, отметила я. И делаю снова воздушную петлю. Вот смотрите, завожу спицу сюда сзади, цепляю за петлю, придерживаю, отпускаю, затягиваю. И далее вяжу этот ряд до конца по кругу, прям сюда. Это будет первый ряд. И еще 6 рядов. В моем случае я буду добавлять в каждом 7 ряду. То есть, если считать от следующего ряда 1-1, а вот этот считать как бы 7, то... Сейчас я провяжу, довяжу этот ряд, провяжу 6 рядов и в 7 буду добавлять в следующий раз. Вот смотрите, провязала 6 рядов от маркера. То есть в 7 ряду я сейчас буду делать следующее добавление. Обратите внимание, вот 3 петли, которые я обозначила. Ну, лицевая, изнаночная, не обозначила и лицевая, а не лицевая, изнаночная, лицевая. Они будут идти как бы центральные вот по на протяжении всего как бы всех добавлений. То есть эти добавления мы ориентируем по бокам этих 3 петель, так как у нас нет начала и конца вязания, то есть ориентировочно вот эти 3 петли. Вот наше предыдущее добавление, оно у меня здесь лицевой петлей, потому что я его как бы навязываю на вот этот узор. Делаю воздушную петлю, центральные наши, лицевая, изнаночная, лицевая, следующая воздушная петля, и здесь уже по узору лицевая, изнаночная, лицевая и так далее. Снимаю маркеры. Теперь я буду обозначать только одним, потому что не хочется. Вот они, мои 3 центральные петли, и вот эти 2 лицевые я цепляю за них маркер, и все, довязываю до конца этот ряд и еще 6 вяжу без добавлений. Теперь у нас эти воздушные петли будут изнаночными, в следующий раз опять лицевыми. Вот они, наши предыдущие добавления. Теперь у нас следующие, далее и далее и далее в каждом 7 ряду. Возможно, в вашем случае получится в каждом 8 или в каждом 9. Ну, то есть считайте, рассчитывайте по своим размерам. Вот. И так вяжем до конца. Вернее, весь рукав, и полностью одинаково вяжем второй рукав. То есть два рукава вяжем до следующего моего видео. Должно быть 3 заготовки. Два рукава и вперед со спинкой. Вот. Вот мой рукав.
Вот видите, сейчас я вам покажу одну проблемку. Мне нужно вот здесь вот менять перетяжку. Не вот здесь вот, а практически все время. Потом оно, конечно, восстанавливается. Вот видите, где я перетягивала спицы, вот какой вот зазор, какая изнаночная петля. Оно потом, оно было у меня и на том свитере. Потом оно, конечно, разровнялось. Видите, здесь изнаночная стянута, здесь такая получается растянутая. Это из-за вот этих, именно из-за того, что я перетягивала эти спицы. Не знаю, кто вяжет на 5 спицах носочных, интересно, есть у вас такая проблема. Поэтому я место вот этой перетяжки периодически меняю. Потом оно восстановится, ну, в процессе носки. Даже не в процессе носки, потом уже чуть и пару раз на себя оденете, и оно должно восстановиться. Вот, так что пока все, пока вяжем до нужной длины. И вяжем второй рукав. Так, связала я свой один рукав. Девчонки, вот здесь вот хорошо видно, вот эта полоса идет этих наших добавлений. Что хочу сказать, вот спешила довязать, чтобы показать вам, как я переснимаю на эти носочные спицы, ну, отставить работу. И еще хочу сказать, это тоже должно было быть в этом видео, потому что... Как я говорила, вот здесь, вот видите, где я перетягивала спицу, есть вот такой вот как бы шире один из нас. Начала пробовать, вы знаете, у меня была, вот всегда начиналось вязание с изнаночной петли. Я просто интуитивно переодела так, чтобы первая была лицевая. И что вы думаете? Это, в общем, вот здесь вот всегда в начале вязания должна быть лицевая петля. Тогда не будет вот этой полосы, как бы вытянутой этой изнаночной. Не знаю, что влияет именно на это, но так получается. Поэтому, чтобы не повторить мою ошибку, начинайте вот эти протяжки, делайте так, чтобы начало было всегда с лицевой стороны. Вот правда, не могу понять почему, но это так. Вот таким вот образом на две спицы я переодеваю это вязание. Я просто пересняла на две спицы носочные. 40 петель здесь и 40 здесь. То есть разделила напополам. Напополам каким образом? Чтобы вот эти две наши петли, видите, две лицевые петли наших, которые шли по центру наших добавлений. Кстати, видите, у меня в некоторых местах получаются дырочки. Хоть это и воздушная петля. Чё она там получается? Вы мне напишите, интересно, мне у вас тоже получаются эти дырочки. В общем, эти две лицевые как бы косы, две лицевые петли мы разделяем напополам. И опираясь на них, делим как бы между двумя спицами. Почему? Потому что потом мы вот это все дело будем соединять с передом и со спинкой. Именно в этом месте. Поэтому это место у нас должно быть разделено, но на две спицы. Вот и все. И сейчас я буду вязать второй рукав. Вы тоже вяжете второй рукав. И встречаемся через недельку. А с вами была Вика из школы рукоделия. Всем удачи и пока-пока!